Степан, ваши ощущения по прибытии в Моршанск? 3% на телефоне. 4:35 утра. Ну, я, короче, я и предлагаю вот прямо в данный момент сделать сонную паузу. Собственно говоря, сейчас мы находимся в Моршанске еще раз. Угу. Вот. Это сарай. Это еще сарай. Туалет. Обязательно вот он есть, да. Важно то, что вот этот вот молодой человек узнает все. Все об этом огороде. И все об этом прекрасном вот месте, да. Да, 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 да. Да, да, это земля. Да, 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 это тоже. Чисто перевернул стул человек, а? Молодец. Тут Катя. Я нет. Я не. Кать, как твои дела? А, пожалуйста, не задавай таких сложных вопросов. Да? Не тыкай. Не надо меня... Не... Не распускай руки. Катя не в адеквате. Ха! Степан! Что? Как дела? Когда мы поедем отсюда? Через 2 часа, да? Ну, в 8:30 нам надо идти. Значит, через 1.5 часа. Давайте вы пойдете чуть раньше, чем чуть позже. И не надо снимать, пожалуйста.